Приятное известие для всех любителей спорта. Главное футбольное событие четырехлетия пройдет в Бразилии с 12 июня по 13 июля. Казахстанские телеканалы покажут ряд самых интересных матчей чемпионата мира. Правда, сумма, потраченная на выкуп разрешения показа, не разглашается. Канал обещает окунуть отечественного зрителя в водоворот футбольных страстей. Они постараются максимально близко приблизить далекую, жаркую и солнечную Бразилию. Будут показаны все 64 матча турнира. Какие-то матчи найдут отражение в прямом эфире, другие в записи. Всего для освещения чемпионата в Бразилию поедут 4 комментатора и 3 режиссера. Также отечественные телеканалы будут транслировать одно из самых популярных национальных футбольных первенств мира – английскую премьер-лигу. Руководство одного из местных каналов приобрело права на показ матчей. Провели очень большой переговорный процесс по закупу лицензионных прав на показ английской премьер-лиги. И мы уже договорились практически сейчас, буквально какие-то мелкие бумажные дела остались. И 2 сезона мы выкупаем права на английскую премьер-лигу с августа на телеканале «Касспорт». «Касспорт» в полном объеме смотрите английскую премьер-лигу. Это долгожданный проект.